Добро пожаловать на наш канал HardRestInfo. В данном видео я вам расскажу, как и где открыть настройки клавиатуры на устройстве Duge S-Punk. Для этого зайдемте в приложение настройки и тут в самом низу выберем пункт система. Нажмем клавиатуру, нажмем экраны клавиатуры, нажмем Gboard, и тут будет настройки. Можем тут настроить ряд цифр, переключатель эмодзи, либо показывать переключатель языков. Также можем настроить режим управления одной руки, звук при нажатии клавиш. Также можем настроить громкость при нажатии. Можем выбрать долгое нажатие символа. И самый последний пункт — это показывать значок приложения. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!